Это информационный тележурнал «День за днем». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Константин Симонов. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии 1278 человек. Выздоровевших 19 человек. Проходят лечение 701 пациент, в том числе один ребенок. 6 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сотрудники Роспотребнадзора просят соблюдать масочный режим и другие меры защиты. Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек кашляет или чихает рядом с вами. Когда капельки слизи и изо рта или носа больного попадают на поверхности, и к которым вы можете в дальнейшем прикоснуться. Вот почему так важно соблюдение масочного режима. Используйте как разовые, так и многоразовые маски. Постарайтесь меньше посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов. Лучшим средством профилактики остается соблюдение режима самоизоляции. В ходе рейда полиция на Иртыше возле речного порта задержала жителя Тобольска, выловившего сетями трех сибирских осетров. Эта редкая рыба находится под охраной государства и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ее промысел в естественной среде запрещен. Рыба находилась в живом виде и была выпущена в естественную среду обитания. Причиненный государству ущерб составил 15 тысяч рублей. За нарушение правил рыболовства и охоты в отношении браконьеров возбуждены уголовные дела по статьям 256, 258 и 258-1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Меру наказания будут рассматривать в суде. Оно может быть в виде штрафа до 1 миллиона рублей или до 3 лет лишения свободы. Работу по охране водных биологических ресурсов сотрудники линейного пункта полиции во время нереста ведут днем и ночью. С начала года выявлено 5 случаев браконьерства. Беспрецедентный случай. В мировом суде Тобольска рассматривали дело о краже кота, однако участники не пришли на заседание по уважительной причине. Наш корреспондент Шамиль Гулиев с подробностями. Шамиль, что вам удалось узнать? Коллеги, добрый день. Наверное, история тобольского кота Вениамина уже облетела всю страну. Многие люди волновались за его судьбу. И вот состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению дела о его краже. Но, к сожалению, участники судебного процесса по уважительной причине не смогли явиться в суд. И поэтому было принято решение о назначении перерыва до июня. Напомню, что история тобольского кота Вениамина начинается еще с 2019 года. Когда женщина зашла в организацию, в которой находился кот, и забрала его себе. Хозяева, конечно же, забили тревогу, обратились в полицию. Сотрудники МВД за короткие сроки смогли найти кота и вернуть их хозяевам. Чем же все-таки закончится эта история, мы вам обязательно расскажем и будем следить за развитием событий. Спасибо, Шамиль. Почти 3000 тобольских школьников получат продуктовые наборы. Это ребята из малообеспеченных семей и школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые ранее питались в школе бесплатно. Сухой паек состоит из продуктов с длительным сроком хранения, рекомендованных Роспотребнадзором. Сухой паек у нас состоит из суммы 1896. В него входит молоко концентрированное, тушенка, говядина, чай, печенье, чай-разовое печенье, сахар, макаронные изделия двух видов, зеленый горошек и кукуруза. Я пришел, чтобы получить суп-паёк для своего внука. Ну, мы уже получали уже 2 раза. Нормально, продукты неплохие, все нормально, все уходит. Помощь большая, вообще абсолютно большая помощь. Большое всем спасибо. Все, что взяли, все ушло, все скушали. Продуктовые наборы образовательные учреждения будут выдавать до 31 мая. График выдачи каждая школа определяет самостоятельно.
Администрация города утвердила схемы расположения нестационарных торговых объектов. Теперь сезонная продажа бахчевых овощей и фруктов будет в специально отведенных местах. Еще одно новшество. С 2020 года все предприниматели, желающие вести торговлю, должны участвовать в аукционе. Конкурс о предоставлении мест объявлен. Заявки на участие можно подать до 11 июня. Помимо этого, выработаны специальные требования по внешнему виду объекта. На сегодняшний день у нас тоже в целях единообразного подхода разработаны требования к внешнему оформлению такого вот сезонного торгового объекта. Они утверждены постановлением. Эта информация размещена на сайте в свободном доступе, где тоже можно ознакомиться. И одна из основных целей – это, конечно, упорядочение внешнего вида, оформление. Деятельность предпринимателей, не участвовавших в аукционе, но решивших осуществлять торговлю, будет считаться незаконной. При разработке схемы учитывался трафик населения. В итоге утвердили 14 мест, расположенных в самых оживленных уголках города. Завершается первый этап реконструкции стадиона «Тобол». Уже в конце мая любители спорта смогут опробовать 3 лыжи-роллерные трассы, стрельбище, велодорожку. Малыши оценят детскую площадку и многое другое. Чтобы отсыпать гору для занятий сноубордом, строители завезли 70 тысяч кубов грунта. Подниматься на вершину «Тоболяки» будут на современном подъемнике. Осталось устранить недочеты, связанные с природными явлениями. Работу специалистам усложняют ключи, расположенные вокруг главного спортивного объекта города. Укрепление георешеткой откосов сноутборда, укрепление георешеткой самой горы сноутборда. Думаю, что 30 мая, ну, достойно мы выйдем с открытием этого стадиона. Ну, за исключением, наверное, сноут-парка, вот этой именно горы, где надо будет заниматься водоотведением. Модернизация стадиона «Тобол» продолжится в 2021 году. 24 мая мусульмане отметят один из главных религиозных праздников – Ураза-Байрам. Он связан с окончанием Великого поста Рамадан. Все мечети в праздничные дни работать не будут. Прошу всех братьев и сестер ограничить от посещения мечети. Ведь праздничный день можно встретить и дома, в кругу своей семьи, накрыть праздничные столы, молиться и просить прощения у Всевышнего Аллаха. Наступят и такие времена, когда пройдет эта эпидемия, и мы сможем вместе с вами ходить в дома мечетей и молиться, выполнять предписания Всевышнего Аллаха. Также в период пандемии и самоизоляции отменены коллективные намазы. Теплая весна способствует раннему цветению ягодных кустов, плодовых деревьев. Раньше обычного в окрестностях Тобольска зацвел шиповник. Благоприятные погодные условия дают пчеловодам надежду на хороший медосбор. Пчелиные семьи активно трудятся. Ульи в хорошую погоду прибавляют по 3-5 килограммов меда за день. Наталья Китова побывала на пасеке в Тобольском районе. 2 километра по полю, затем на лодке через широкий ручей и еще 800 метров пешком по лесной роще. Такой путь почти ежедневно преодолевает Александр Янц, чтобы ухаживать за пчелами. Их у него более 30 семей, в каждой по 40 тысяч особей. Вот эта семья, наверное, с самого изначально живет. Вот сколько я занимаюсь пчелотцем, столько она и живет. Одна. Вот я только меняю маток и все, больше я ничего не занимаюсь ей. Не развожу от нее. Вот как она есть, так и есть она. Вот самый чистый прополис хотел показать. Вот этот берут самый лечебный на холстиках, и вот литки они заделают. За зиму не погибло ни одной пчелиной семьи. А это значит, что к июлю во время сбора урожая меда будет больше, чем в прошлом году. Каждая семья приносит около 20-50 литров полезной сладости. Кроме погоды, опасность для насекомых представляют вирусы и даже дикие животные. Медведь. Ходил? Да. Вот где пугало стоит, там как раз было 7 семей. И он 7 семей он там разворошил, в тот год погибли. Они так не выжили, я собрал, но ни одна так не выжила. Пчелы на пасеке сибирские, есть и племенные карпатские. За ними Александр ездил в Новосибирск. Ухаживать и собирать урожай помогает большое семейство. Дети и внуки с ранних лет знают, как ухаживать за пчелами. Они нектар собирают,
бьют из цветов. Потом летят в улей и складывают их в ячейки кругленькие. Обычно, когда у них там дети маленькие, пчелки. Вот они летают и собирают. Кстати, немногие знают, что для того, чтобы произвести мед не только вкусный, но и полезный, пчелам необходима соленая вода. В день 30 семей выпивают около 3-5 литров соленого раствора. Кроме пасеки, у семьи Янс есть и приусадебное хозяйство – два огорода. У меня свое хозяйство, я своим занимаюсь. А чем вы занимаетесь? Ну, держу курей, овец, поросят, огород. В 6 часов, когда просыпаешься, и вперед на работу. Пока управился, побежал, свои дела опять сделал и на работу. Маме помогаем, в огороде помогаем, уборку помогаем делать. Хозяйство кормим. Когда папе летом тяжело, тоже помогаем. Там мед помогаем присаживать. Всего в Тобольском районе более 40 пасек. Пчеловодством занимаются любители и профессионалы. Ранняя весна способствовала обширному цветению. Есть надежда, что меда в этом сезоне будет в избытке. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. В связи с ремонтом на федеральной автодороге Р-404 с 21 мая вносятся изменения в схемы маршрутов номер 107, 107Т, 101, 104, 502Х, 502Б, 503, 507, 534, 536, 537, 538, 539, 555. Пассажиры, желающие уехать до остановок 18-й микрорайон промкомзона Кирама, могут воспользоваться городскими маршрутами номер 17 и номер 21. В автобусах становится оживленно. Бесплатный проезд в общественном транспорте вернули пенсионерам и гражданам, имеющим льготы, если их возраст менее 65 лет. Льготные транспортные карты активированы. Напоминаем, что масочный режим в Тюменской области продолжает действовать. Отправляясь в путь, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Аномально теплая весна приучила сибиряков к высокой температуре. На прошлой неделе в регионе царила настоящая африканская жара. 12 мая воздух в Тобольске прогрелся до плюс 30 градусов. Неудивительно, что после таких рекордов любое понижение градусов тепла мы воспринимаем без особого энтузиазма. А ведь в норме в это время года должно быть всего плюс 11. Синоптики обещают осадки. И до самого конца недели май будет оправдывать звание самого дождливого весеннего месяца. Зато по выходным снова потеплее. Воскресенье плюс 27. А вот в понедельник температура снова пойдет на понижение. И по метеопрогнозам, такая неустойчивая погода может сохраниться до конца мая. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь дома. Берегите здоровье. Двадцать 2 мая в Тобольске переменная облачность и возможны осадки. Днем на термометре до 18 градусов, ночью 9-11. Ветер южный 3-5 метров в секунду.